Ведутся последние приготовления, отрабатываются отдельные элементы, тренеры дают напутствие перед соревнованиями. По традиции турнира «Восточные звездочки» собрал большое количество участников и гостей из Москвы, Жуковского, Черноголовки, Луховиц и других городов Подмосковья. Орехова Зуева представляли воспитанницы Дворца спорта «Восток» и детско-юношеской спортивной школы «Спартак Орехова». Перед жюри стояла непростая задача – среди 300 гимнасток выделить самых эмоциональных, хорошо подготовленных, виртуозно владеющих предметом. Волнения и тревоги позади, подведены итоги. Орехово-зуевские гимнастки показали отличные результаты и заняли призовые места почти во всех возрастных категориях. Сегодня я выступила хорошо. Ну, я могу лучше делать и буду стараться еще. Мы ездили на первенство всероссийских соревнований «Юный гимнаст». Там выступили хорошо. Ну, могли бы еще лучше, но все равно. И, конечно, с особой теплотой и благодарностью поздравляли воспитанницы своих наставников. Победа – это прежде всего заслуга тренера. Наши девочки молодцы. Мы подготовились, мы старались. Много очень призовых мест и победителей. Будем дальше работать и трудиться. И следующий наш турнир посвящен будет моему тренеру Кострисе Валентине Алексеевне, который состоится с 17-19 ноября в стенах Дворца спорта «Восток». Впереди у гимнасток много соревнований различного уровня. И как знать, возможно, среди этих звездочек вспыхнет настоящая олимпийская звезда.